Привет, друзья! Мы продолжаем серию обзоров пластиков от компании Monofilament. Сразу хочу отметить для скептиков. Весь пластик я покупаю за свои деньги и могу подтвердить чеками. Все, что бесплатно я получаю от подобных компаний, это образцы, которые впоследствии я использую для тестирования. И у меня практически ничего не остается. Поэтому могу смело объективно высказывать свое мнение. Сегодня мы протестируем один из самых уникальных и интересных филаментов на сегодняшний день. Это эластичный пластик, который имитирует по сути резину. В зависимости от объема вашего заказа, вам упаковывают в разные коробки. К примеру, 125 грамм пластика вам упакуют вот такую вот маленькую упаковку. Если заказали полкилограмма и больше, то упакуют в такую упаковку. Внутри коробки идет очень качественный плотный пакет с замком. Также подробная инструкция по всем видам пластиков, которые есть в ассортименте этой компании. Ну и конечно сама бобина запакована в вакуумную упаковку с огромным количеством силикагеля внутри, что обеспечит сухость материала. Также здесь используется многоразовая пластиковая бобина. Насобирав определенное количество таких бобин, вы сможете их обменять на бонусы в этой компании. Что касается инструкции, то она достаточно подробная. Но также вы можете ознакомиться с широким ассортиментом филаментов на их официальном сайте monofilament.com.ua. Там представлены разные виды пластиков, от штатных обычных ABS PLA Patch и заканчивая техническими и даже смолами для фотополимерников. Сегодня мы с вами тестируем гибкий эластан. Здесь у нас указаны температуры от 220 до 240. Я в среднем использую 235. Температура стола 80-110. Но, честно говоря, это даже много. Я ставлю 65-70, потому что иногда оторвать просто невозможно от стола. И скорость печати от 30 до 40. И здесь я точно подтверждаю, это правильные скоростя. Что самое интересное, обдув совершенно не влияет на межслойную адгезию, а наоборот улучшает качество печати. В линейке эластана представлено три материала. Эластан D70 – это ударостойкий материал средней эластичности. Эластан D100 – это самый твердый и прочный материал. И эластан D160 – это самый эластичный пластик, который максимально имитирует резину. Его можно использовать для прокладок, сальников и других мягких деталей. Сегодня мы протестируем все три варианта на моем специальном стенде. Итак, друзья, эластан D160 – это самый гибкий в линейке эластан, который часто используется для разных прокладок, сальников и других мягких деталей. Он имеет высочайшую эластичность, прекрасную вязкость и межслойную адгезию. 1,73, 1,72, 1,71. Имеет стабильный диаметр по всей длине. Для обзора мне прислали 10 метров этого образца. И это все, что от него осталось. Перед вами тестовая деталь эластан D160. Подложка получилась монолитная, практически не видны слои. Давайте попробуем разорвать эти две детали. Сделать это достаточно сложно. Здесь межслойная адгезия просто колоссальная. Придется обрезать ножницами. Имеет просто великолепную гибкость. Такое ощущение, что это монолитная деталь. И она сделана методом литья. Сечение у нас 4 на 2. Печаталась деталь лежа. Давайте попытаемся ее разорвать на нашем стенде. Девять килограмм. Обратите внимание, что дальше хода у меня просто нет. Я, естественно, уже не могу дальше растягивать эту деталь. Бренит как струна. И потихонечку уменьшается вес. То есть происходит процесс растяжения. И вот деталь вернулась в обратное положение. Давайте сравним с оригиналом. И мы видим, что при 9 килограммах у нас растяжение детали произошло где-то на 5 мм. Великолепный материал, прекрасные свойства, очень доволен результатом. Следующий образец имеет такое же сечение 4 на 2. Печатался он стоя, то есть слои идут у нас в поперек. Естественно, такая деталь не должна выдерживать большие нагрузки, так как такое расположение слоев приведет к разрыву. Но мы сейчас это проверим. Здесь, обратите внимание, идет некачественная укладка слоев. Это связано с высокой эластичностью материала. При движении хот-энда сопло немножко цепляется за верхушку и таким образом смещаются слои. Поэтому такие детали очень сложно печатать очень эластичным пластиком. На 8,5 килограммах мы получили с вами разрыв слоев. Но в то же время не стоит забывать, что эта деталь растянулась на 5,6 сантиметра. С таким вот небольшим сечением 2 на 4. И это очень круто. Следующий тест – прокладка из эластана D160. Она достаточно мягкая, гибкая и эластичная. Давайте ее сравним с резиновой прокладкой, которая продается в обычном хозмагазине. Начнем с нее, например.
При 7,5 килограммах мы получили разрыв. Растяжение этой прокладки составило 5,2 сантиметра. Теперь давайте ее сравним с нашим эластаном. Производим натяжение. 19 килограмм, 20. Ребят, мне уже тяжело крутить. 23. И вот, пожалуйста, 23 килограмма. При этом мы дошли до упора. Обратите внимание, как растянулась наша резина. При этом она не порвалась. Вес, конечно же, уменьшается, потому что идет, соответственно, растяжение постепенное. Давайте отпускаем. Никаких повреждений нет, видим только растяжение. Если сравнить с оригиналом, то у нас произошло растяжение буквально на 5 мм. При этом само кольцо мы растянули аж на 8 см. И оно не порвалось. Настолько прочный, эластичный материал. Для печати этим филаментом я использовал Direct Extruder на своем летающем медведе. Это следующая модернизация этого принтера. О ней будет отдельное видео буквально через несколько дней. Так что не пропустите. Откат филамента я поставил в районе 2 мм. Но несмотря на такой маленький откат, слои уложились просто великолепно. К сожалению, тестового пластика мне не хватило, чтобы завершить этот кораблик. D160 показал себя с наилучшей стороны. Можно сказать, один из лучших на сегодняшний день. А мы переходим к тестированию самого твердого материала из линейки эластанов – D100. В отличие от более эластичного D160, D100 по ощущениям более жесткий. Его можно использовать как ударопрочный материал, износостойкий. Он имеет стабильную толщину 1,75-1,74 по всей длине. Обратите внимание на образец. Он не так насыщенный, например, как D160. Здесь более преобладают светлые тона. Да и по самой подложке видно, что она просвещается. Мы дошли до 18 килограмм. При этом обратите внимание, как растянулась наша деталь. Почти на 2 сантиметра. Ведь данный материал не обладает высокой эластичностью, как предыдущий. Но в то же время он обладает высокой износостойкостью. Из такого материала можно сделать даже набойки для обуви. И если вам это интересно, то я могу провести такой опыт. И показать, что с ними произойдет в течение там месяца или двух ходьбы. Самое главное, что мы его растянули до максимума. И он не порвался. А это очень важно. Эта деталь печаталась стоя. Слои идут поперек. То есть она должна быть самой слабой. Минимальное сечение у нас такое же, 2 на 4 мм. Обратите внимание на подложку. Она монолитна и также просвещается. Качество укладки слоев превосходное. На 13,5 килограммах у нас произошел разрыв. При этом растяжение составило 3 сантиметра. Это отличный результат. Давайте еще раз сравним с обычной резиновой прокладкой. Прокладка порвалась при 7,5 килограмм. Теперь давайте возьмем наш эластан D100. 37, 38, 39. Мне очень тяжело крутить, ребята. 40 килограмм. 44, 45. О боже. Деталь растянулась, но не порвалась. Выдержала 45 килограмм, в отличие от обычной резиновой прокладки. В этом и заключается основное преимущество эластана D100. Он выдерживает огромнейшие нагрузки. И один из немаловажных моментов – это удобство в печати. Печатался этот кубик с заполнением 20%. Все X, Y и Z пропечатались великолепно. Качество печати просто отменное. Также ради эксперимента я запустил кораблик Бенча. В данной модели множество нависающих, тонких деталей и самое главное – огромное количество откатов. Но посмотрите, ни одной волосины и бороды. При том, что у нас используется Direct – с откатом всего лишь 2 мм. Я получил массу удовольствия от печати этим материалом. А мы переходим к тестированию эластана D70. Он не такой сверхэластичный, как D160, но и в то же время не такой твердый, как D100. Обладает высокими характеристиками износостойкости, ударопрочности, скажем так, золотая середина. С прутком у нас никаких проблем нет. Данный образец печатался с такими же параметрами, как и предыдущие. Имеет такое же сечение 2 на 4 мм. Также печатался при обдуве 100%. Обратите внимание, здесь у нас подложка уже не так просвещается, как у предыдущего материала, но при этом имеет более черный насыщенный цвет. Тоже прекрасно гнется. Давайте проверим его на разрыв. 18 килограмм, 19, 20, вот до 20 килограмм. Дошли до упора. При этом также он растянулся, но не порвался. Как мы видим, он растянулся на 2,5 сантиметра от оригинала. Но это все равно меньше, чем предыдущий D100.
А теперь, друзья, очень интересная особенность этих материалов. Это D100, который был изначально даже длиннее, чем D70. Но спустя 20 минут деталь практически вернулась в предыдущее свое положение. Соответственно, и эта модель наша тоже усядется и станет по размерам почти как оригинал. И такие свойства эластанов дают нам очень хорошие возможности в работе. Эта деталь печаталась стоя, сечение 2 на 4 мм. И при 9 килограммах у нас произошел разрыв. Это очень хороший показатель. Ну а теперь, друзья, на десерт качество печати Flyinbeer Ghost 5. Мы должны понимать, что это эластан, мягкий материал, достаточно гибкий, эластичный. Укладка слоев просто превосходная. Обдув справился отлично. Подложка полностью монолитная. Я бы сказал, это один из лучших материалов на сегодняшний день. И, конечно же, кораблик Бенча. Распечатанный с откатом всего лишь 2 мм. Ни одной волосинки нет. Вся геометрия в норме. Все отверстия, все круглое. Все красивое. Даже надписи пропечатались отлично. Но это, друзья, для любителей экзотики. Резиновая девушка. Не подумайте плохо. Все это печаталось только ради теста. Обратите внимание, как уложили слои. Даже не верится, что это печаталось эластаном. Такое ощущение, что печать сделана была копетом или ПЛА. Никаких пропусков слоев. Деталь тонкостенная, толщина слоя 0,4 мм. Высота слоя 0,16. Ну и чтобы вы не подумали, что это шутка, видите, мы можем ее вот так вот согнуть. Помяли девушку. Теперь надо возвращать все назад. Вот, пожалуйста. Ну что, друзья, давайте подведем итог. Печать этим филаментом на Flyinbeer Ghost 5 для меня оказалась одним удовольствием. Укладка слоев беспроблемная. При небольшом откате в 2 мм у нас нет никакой волосистости. Чего не скажешь о других аналогичных производителях. Так что компания Monofilament меня действительно удивила этим замечательным продуктом. Я его вам однозначно рекомендую. А с вами был Макс. Не забудьте подписаться на канал. Ссылочку на этот материал скину под видео в описании. До новых встреч. Пока, друзья.